мы делаете здесь придомовую? Вот это, тут вообще же ничего не сделано. Хорошо, я вас понял. Просто вопрос, тут по коммуникациям же все готово, правильно? Да. То есть фактически тут работы нету, только делать придомовую и все. То действительно, а зачем вот эта площадь? Ну, я просто не могу понять. Ладно, тут бы стояли там строительные будки, еще понятно. А зачем? Ну, я теоретически говорю, если... А так же получается, она пустая, и из этого забора нельзя делать придомовую. Хорошо, все, я понял. Понимаете? Все, а потом же там это все время. Ну все, пожалуйста. Нова каналізація, вона не стосується будинку. Це тих умов. Це роботи, які будуть впливати на завершення. Потрібно розривати. А від воріт туди до перекладу? Ні, там нічого немає. От ця лінійка забирає літки, роздіє. А скажіть, відносно кабеля? Він там і так і є. Просто його відсюди перенесли з підвалу. Так. То коли його демонтують? В момент сдачи дома он будет демонтирован? Он будет раньше демонтирован. Где-то в конце мая. Мы переключим здесь на, ну, устройку, на другую схему. А куда я что понимаю, его же надо демонтировать. Нет, до придомовой. А вам зачем платить? Нет, ну я просто не вижу других. У вас будет дом с электроэнергией. Вы будете платить не за стройку. Вас это беспокоит, я вижу. Нет. Вы будете платить по вашим счетчикам. Я понимаю. Меня беспокоит то, что, например, если от этого трансформатора будет записано строительное оборудование стройки. От этого трансформатора и институт может быть записан. Институт, я понимаю. Какая вам разница? А строительная техника... А вам какая разница? Это скачки напряжения. Как какого напряжения? Вот такие самые банальные, как на любой стройке. Хорошо. Ну что же в этом хорошего? Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю, что на него ответить. А планируется третий дом подключать откуда? Что? Третий дом откуда планируется? Секрет, не говоря. Ну я имею в виду, уже когда будет построиться дом, откуда запитываться он будет? Тоже отсюда? Это трансформаторная, она не для вашего дома. Я понял, я же просто спрашиваю. Это получается рассчитано на этот дом? Конечно. Что дает? Вот, в чем вас, что вас смущает? Скажите. Смущают. Смущает, если будут перепады резкие, вот что смущает. Нет, перепадов тут не будет, потому что мощность трансформатора такая, что можно пол массива. Все, вопрос как бы исчерпан. Мы же спрашиваем. Мы же сейчас не пытаемся вас ответить. Это же хорошо, если не будет. Но если у кого-то погорит техника, то вот вы же не будете принимать претензии, правильно? Не будете. Это мощности хватит тут на целину. Когда отключают по стране электроэнергию, во всяком случае раньше, горела вся техника. Правильно? Техники было мало. Плохо очень. Очень плохо. От этого не застрахован никто. Но строительство этого дома аж никак не повлияет на напряжение в этом доме. Оплата будет вами производиться по вашим счетчикам, никак не по... Стройка, она просто создаст вам некоторые неудобства перед окнами. Больше по моим вопросам, ничего не будет. Едет забор. Хорошо, давайте уберем. Озвучим какие-то реальные для вас термины, когда он переберется и здесь будет делаться придомовая. Неделю через две. Будет делаться уже придомовая. Да. То есть после майских вокруг праздников забор перенесен. Да. Заберем. Спасибо. Да. Скажите, как удалится меж оранжевым и 16 метров, да? Подростковым будинком. Меж будинка. Оранжевым то синема. 16 метров. Ну, я вам скажу так, вона буде в межах. Ну, це ж нормативно. Це ж мінімалка, що ти до 16.